Приветствую, игруны, с вами Детурны. Итак, как полностью удалить игру с вашего компьютера? Есть несколько вариантов. Правильный, продвинутый и очень простой, неправильный. Самый простой и неправильный вариант – найти папку с игрой и нажать кнопку Delete. Не рекомендую так делать. Игра, конечно, удалится. Но останутся разные записи в реестре Windows, это такие инструкции и параметры для Windows разных программ, в том числе и для игр. Если просто удалить папку с игрой или программой, то останутся файлы, которые будут захламлять компьютер и, возможно, затруднят или вовсе помешают снова установить эту игру или программу. Компьютер может подумать, что файлы уже установлены и нет смысла устанавливать второй раз. Также ненужные файлы приводят компьютер к замедлению работы. И чтобы этого избежать, переходим к правильному варианту удаления. В поисковую строку Windows вписываем «Установка и удаление». В списке находим игру, которую хотим удалить. Нажимаем кнопку «Удалить», запускается специальный деинсталлятор игры, который удалит игровые файлы корректно. Но поверьте, на самом деле это не всегда так. Зачастую остаются разные файлы, папки и записи реестра, захламляющие и замедляющие комп. И теперь у нас остался вариант продвинутый. Все мои зрители – это продвинутые юзеры. Под видео переходим по ссылке на официальный сайт программы Revo Uninstaller. Качаем абсолютно бесплатную версию проги. Ее хватает с головой. Запускаем установленный Revo Uninstaller. Находим игрушку, которую надо удалить. Запускаем удаление. Прога также запустит игровой деинсталлятор и удалит игру. После этого этапа запускаем сканирование реестра и ждем. Нам выпадает список записей в реестре, которые остались в Windows после деинсталляции игры. Как видите сами, сколько осталось мусора от одной небольшой игры. А бывает, мы удаляем игры десятками. Представляете, сколько мусора остается в системе. Итак, удаляем эти записи. Ранее мы уже говорили, почему. Выделяем все галочками и удаляем. Дальше программа покажет папки, которые остались после деинсталляции игры, которые также удаляем. Таким макаром вы убираете все следы из системы без остатков, что в будущем вас обезопасит от разных проблем и неприятностей. А в комментарии не забудьте написать, что Детурн обалдуй, и я буду знать, что вы досмотрели это видео до конца. Тем не менее, надеюсь, что мой гайд как-то вам помог и принес пользу. Выпрашивать лайки и подписки не люблю. Сами решайте, стоит ли. А так, всем успехов и держите комп в чистоте.